Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Рукодельные истории. Меня зовут Клинова Ольга. Сегодня у меня будет короткое видео. Я просто хочу вам показать бисер. Я его уже разложила по колбочкам. Этот бисер я приобрела на сайте AliExpress. Взяла большую партию. Этот бисер находился в пакетиках. Я раскладывала их по колбочкам. Колбочек у меня не хватило, придется мне еще их заказывать. Вот 4 пакета не разложила. И еще остались пакеты, которых я по 2 заказывала. Ну вот, предлагаю вам просто поближе посмотреть, какой бисер. Вот так я его разложила. Вот поближе вам. От светлого, почти белого, до темно-желтого. Далее идет у меня зеленая палитра. Такие вот оттеночки зеленого цвета. Этот бисер стеклянный, Миюки. Ой, Делика. Миюки Делика, по-моему, так написано было. И вот он такой вот радужный. Вот розовый пошел, сиреневый. Камера достоверно передает цвета. Цвета очень красивые. Нужны такие цвета иногда. А вот это матовый. Посмотрите, какие красивые расцветки. Замечательные. Очень красивые. Я оставлю ссылочку на этот бисер. Может быть, кому-то захочется купить что-то подобное. Я покупала его на распродаже летней. И был он по 31 рублю. Сейчас он уже дороже. По-моему, по 60. Но, может быть, кому-то что-то нужно. Это все-таки не 200 рублей. Вот такая красота. Бисер очень хороший, ровный. Бисерин как бисерин. Очень хороший. И еще вам покажу бисер, какой у меня есть. Этот бисер тоже разложен по колбочкам. Вот такой. Здесь бисер Тоха. Также есть бисер с Алиэкспресса. Немножечко вот стекляруса. 123 номер. Вот этот вот. Затем тут есть еще немножко миксов. Вот это микс золотой. Так. И еще вот один микс черно-белый. Вот этот вот. Вот я разложила почти все, что у меня есть. Здесь черный. Вот такие синие. Различные. Серый. Бронза темная, светлая, зелень, голубых немного. Еще раз вам верхнюю строчку покажу. Вот такая палитра. И еще у меня есть чешский бисер. Я его храню пока в пакетиках. Вот я покупала 100 колбочек. И все 100 я уже их заполнила. Придется покупать мне еще. Хотелось мне еще купить маленькие колбочки для пятнашки. Потому что пятнашки я много не покупаю. В смысле граммов. По 5 граммов беру. И поэтому мне нужны колбочки, наверное, помельче. И вот такая вот у меня красота. Столько бисера. Храню я его пока в коробке из-под торта. Надо что-то придумывать, потому что перебирать их все неинтересно, неудобно. Надо, чтобы они вот так вот лежали. Или какие-то такие подносы,
чтобы можно было их один на один складывать по цветам. Или что-то другое еще придумывать. Но в коробке из-под торта неудобно. Вот так, девочки, я вам решила показать, какой у меня есть бисер, как я его храню. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Я всем очень рада. А сейчас я вам говорю всего доброго, до свидания и до встречи на моем канале.